ровно 25 лет назад, вот в эти январские дни, мы, сидя в Министерстве науки и технологий, сочиняли несколько человек постановление правительства Москвы о создании Московского городского педагогического университета. А 23 февраля было принято это постановление правительства Москвы о создании нашего университета. Начинали мы с 8 направлений подготовки, или как мы называли их, специальностей. Ныне в университете более сотни только направлений подготовки по магистерским программам. Первые 800 студентов, которые пришли в 1995 году, преобразовались ныне в 16 с лишним тысяч студентов всех уровней образования. И среднее образование, и среднепрофессиональное, и высшее образование, и аспирантура, и докторантура, и дополнительное образование разной формы. Хочу обратить ваше внимание на один непреложный факт. И я этим фактом горжусь, потому что наш университет – единственный педагогический университет России, который был создан как университет. Все остальные педагогические вузы были созданы как институты, и на рубеже 70-80-х годов они преобразовывались в университеты. Поэтому честь нести марку студент университета или преподавателя университета, я думаю, очень высока, ответственна и незаменима, и несравнима ни с кем. Вы особый изумруд на лоне высшего образования Российской Федерации. 3 года назад был создан фонд целевого капитала университета. Ну, мне было поручено его возглавить. И вот в настоящее время мы уже проводим второй проект «Люди МГПУ». Первый проект был для студентов, ради студентов. Второй проект – ради преподавателей и студентов, потому что это как бы органическое, неразрывное, единое образовательное пространство. Здесь много номинаций, вам о них расскажут. Вы, я думаю, примете самое активное участие в реализации этого проекта. Вам предоставляют широкие права выдвижения кандидатов на эту премию, а мы постараемся обеспечить эти премии в достойном для университета варианте. Я хочу вам пожелать успехов в этом конкурсе. Я хочу пожелать вам добра, счастья и хороших, отличных успехов в учебе. Желаю вам всего самого доброго.